Всем доброго дня! Готовим очень сытное и легкое блюдо, которое подойдет для быстрого ужина и бокс-ланча, которое можно взять с собой для перекуса. Оно приятное на вкус и готовится очень легко. Необходимые продукты на 2 порции я укажу в описании под видео. Итак, начинаем готовить. Сначала мы мелко нарезаем куриное филе на кусочки примерно 1 на 1 сантиметр, чтобы они были одинаковые. Затем мы добавляем сюда сыр. У меня был адыгейский сыр. Лучше всего берите молодой сыр. Он намного полезнее и не такой жирный. Итак, следующее. Кладем 2 яйца. Режем мелко лук зеленый и тоже добавляем сюда же. Кладем майонез. Все это немножко посолить, поперчить, хорошо перемешать и добавить муки. Муки нужно добавить столько, чтобы смесь была не слишком жидкая и не слишком плотная, а такая средненькая, как на густые оладьи. Я добавила немного кукурузной муки, перемешала еще раз. И нужно дать 10 минут постоять этой смеси, чтобы она немножко схватилась. Затем все это обжариваем на сковороде с двух сторон. И получаются вот такие красивые котлетки или оладушки, как хотите называйте их. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Всего доброго вам! Удачи! До новых встреч!